Какой вот не планируется микрорайон? Квартал. Там и дальше это первый этаж. Новый жилой домов, куда будут переселены из пятиэтажек. Пришлось. Вот новый жилой дом. Будущее. Это вот такая территория. Вроде как должны так облагородить. Зона для спортивных. Для спорта. Зеленая зона. Так вот. Такой вот павильон. 75-й павильон. С сегодняшнего дня по 12 июля будет здесь проходить выставка. Новых домов, куда будут переселены по программе реновации. Вот он, этот дом. Вот такого. Так он будет выглядеть снаружи по проекту. Сейчас мы его обойдем, посмотрим еще раз. Так, комфорт для вашего будущего дома. И балконы. Окна Евроокна. Балкончики. Здесь, я так понимаю, материалы отделки. Вот, с чего они вот сделаны. Металл. Торкор. Вот такой вот дом. Программа реновации. Еще раз сейчас посмотрим здесь. С этой стороны. Здесь также вот детская площадка, я так понимаю, на территории планируется, и спортивный комплекс. В принципе, сейчас везде во всех новостройках планируется вот так. Ну что, пойдем посмотрим, что внутри. Смотрите в следующем видео. Одна, двух- и трехкомнатные квартиры по программе реновации.